Всем привет! По горячим следам пишу видео для Давида. Вчера у нас прошел с ним очередной сеанс, и хочу некоторые моменты отметить, которые произошли буквально не только после него, а даже во время. Стоит, наверное, начать с того, что в этот момент мой ребенок также находился дома и, соответственно, периодически подбегал, периодически смотрел, заглядывал, чем мама занимается, обращал внимание, конечно же, заглядывал в камеру, смотрел, с кем же я там интересно разговариваю и что за удивительная музыка звучит у нас в эфире. Давид провел беседу с моим ребенком. Дал ему некоторые наставления. Вы знаете, как-то Артем на меня так посмотрел, очень по-взрослому, что ли, особенно так, осознанно. Просто обнял меня. Я поняла, что все у нас обязательно будет очень-очень хорошо. Ну, это такая лирическое отступление, маленькая ремарка. Вечером мы с мужем как бы занимаемся привычными обычными делами. Артем сидит рядом со мной, играет машинами. У нас есть такая машина, знаете, напоминает то ли бульдозер, то ли экскаватор. И тут как бы Артем катает машину, и тут как бы посмотрел на меня и говорит: экскаватор. Ну, конечно, на своем наломанном, но я поняла то, что он хотел до меня донести. Это тот самый экскаватор. Причем, знаете, интерес этого слова не в том, что он его произнес, а в том, что мы, в принципе, в обиходе слово «экскаватор» с мужем не используем, потому что нет в этом какой-то нужды и какой-то надобности. А тут ребенок просто сидит и говорит «экскаватор». Мы, конечно, были с мужем в шоке, но это очень круто. Спасибо, Давид, за такие чудеса.